ночь была темной и ненастной. Стою я лицом к лицу со свирепым зверем. Сделаем небольшой перерыв. Ой, вы представляете, Бук и вправду напугался. То есть это был не розыгрыш? У меня гениальный план. Мы с вами выгоним страх из Бука. Кто со мной? Началось. Бук никогда не был самым храбрым медведем. Чудесный вид. Да, но мы пойдем туда. Через ущелье мертвого медведя? О! Но при помощи лучшего друга Эллиота он раскроет чудовищную тайну. Добро пожаловать на место преступления. Входите. Мы нашли сокровище. О монстре можно многое узнать по какашкам. Это зеркало его души. Здесь мое место! Тревога! Бук, Эллиот и вся компания снова на экране. Клещ! У меня клещ! Нынче с ними в лесу глаз да глаз. В новых зверских приключениях. Ты же умеешь летать? Умею, но не на самолете. Вопросик. Пилоты есть на борту? Эллиот и Бук, сосиска тоже. Лучшие друзья, во всем похожи. Эй, что я пропустил?